С начала года по области проведено 18 инспекционных выездов на разные участки автодорог. Всего в зимний период на дорогах региона насчитывается 227 снегозаносимых участков. На особом контроле трассы республиканского значения Кокшетау-Щучинск и Кокшетау-Омск. Основные нарушения, выявляемые на дорогах, это снежные отложения на проезжей части и обочинах, это деформированные дорожные знаки, криволинейное барьерное ограждение и гололедные явления. Последний неблагоприятный погодный период, это вот на этой неделе, нами были осуществлены выезда в Зериндинский район, в Щучинско-Боровскую курортную зону, в Атбасарский район. Одно из важных направлений в работе дорожников – своевременное информирование населения о погодных условиях и рекомендации автомобилистам. Здесь филиал также проводит активную работу, в том числе и сотрудничая со средствами массовой информации и общественностью. В летний период это, конечно, строительство и ремонт автомобильных дорог, в зимний – это, соответственно, содержание, в том числе информация знаков, очистка от снежных заносов, в рамках чего на общественном контроле на системной основе проводятся выездные также мероприятия и мониторинг социальных сетей по наличию обращений и жалоб жителей. С начала года, согласно плану, регулярный мониторинг проводится в Атбасарском, Бурабайском, Зериндинском и Целиноградском районах. Всего на автодорогах областного и республиканского значения выявлено 64 нарушения. Зарина Жунисбекова, Павел Соловьев, Жамбыл Болтаев, Кокшетау-Ахпарат.